Итак, друзья, наступил 2022 год. Сегодня 1 января, 12 часов времени. Вот у меня облетели, сели. Вот на подзарядку сели. Батарейки у них слабые, наверное. Вот. А вот летают еще. Вот садится. Вот она у нас стайка летает. Вот стайка. Стайка высоковатая в тумане уже. Вот она стайка. Блин. Погода сегодня у нас теплая, где-то градус 1 с плюсом, может 2 с плюсом. Но ночью шел дождь сегодня, на Новый год дождь шел. Было обледенение. Поутру выпал снежок, сантиметров 7 выпал. Вот голуби летают, дымка вверху. Ну, голуби высоковато забираются, молодцы. Вот так как-то. Всех друзей, голубеводов, голубятников и всех причастных к голубям поздравляю с Новым годом. Желаю успехов в голубином деле, благополучия, здоровья в личной жизни. Одним словом, всем всего хорошего. Влажность высокая, голуби летят, крылом слышно, как режут воздух. Вот сидят, вот летит. Вот стайка. Вот стайка. Если кто просматривает мои видео регулярно, то должны были заметить, что стайка увеличивается в количестве. А это значит, что те бродячие, которые по низу летают, шарятся, все-таки входят в стаю.